Королю футбола предложили зажечь факел Олимпиады. Правда, у легендарного Пеле всего 2 дня, чтобы решить, примет он это предложение или нет. Пеле только недавно прибыл из Европы в Бразилию, и то на открытие своей новой футбольной школы. Олимпиады его сейчас мало интересуют. По словам лучшего футболиста 20 века, предложение стало для него даже неожиданностью. Пеле в последнее время ведь плохо себя чувствует, он перенес операцию на ноге и не может ходить без трости. Более того, у него еще были другие планы совершенно на время Олимпийских игр. Открываются они 5 августа, поэтому времени, чтобы уговорить футболиста, совсем мало. Знаете, я получил предложение сразу от 2 человек. Президента Олимпийского комитета Бразилии и от главы Международного Олимпийского комитета. Я бы рад, это огромная честь зажечь огонь. Но в эти дни я должен уехать из Бразилии. У меня важный контракт. Поэтому только завтра, в четверг, я смогу дать точный ответ.